А сначала не было так. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. В разные времена вот Господь благословил меня написать эти стихотворения. А Виктор Николаевич Савченко, это старший воспитатель в нашем детском лагере Стане в Потеряевке, в честь Климента Анкирского, он положил на музыку, играет и поет. Уж как это воспринимается, ну все по слову Божию. На многое, что ныне видим в храме, от попрошайка лгущих у оградки, до алтаря на батюшке с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А если так, то по нему сверяйся, накладывай в сравнение к одному один. Дымятся злобой, слыша это рясы, да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотёпа, магистерскую степень не лизал, могу услышать, как ушли далеко, переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышно словом. А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышно словом. То как не дрогнут камелавки митры, хотя бы раз открыв Новый Завет, то исказил, придумал мудро, хитро и затемнил сошедший с неба свет. Умнее Бога впавшие в монахи кромсали изречения Христа, поволокли слова Его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Куда ни глянь, нас режет его фраза: «Сначала было это все не так». Торговлю убери, молись не для показа, не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, так почему же преблагая Матерь пир собирает сыну властелин, а не заказчик вензелей на скатерть? Христос сказал враждебным иудеям: «Я не сужу, а это нам так ново». А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. От них все холодеет,
судить вас будет слышанное слово.